Всем привет на моем 265-м стриме. Да, продолжаем эпилепсию, продолжаем Destination босса. Я только сейчас обратил внимание, что это уже аж 17-й стрим по Камиле. Что-то довольно много уже, скажу, стримов-то. Да, я наконец-то снова в своих нормальных наушниках. Так что теперь я ничего не слышу, что вокруг меня происходит. Зато хорошо слышу саму игру. Правда, здесь надо не слышать, а видеть, но это такое. Привет, Старос, Сильвер, Just Observer, Фрайтак, Блэк Джек. Да, это начало. Это начало. Начало конца. Да, таймер. Ну, это, короче, я поставил, решил поставить примерный таймер, сколько я сижу на боссе. Он отличается от таймера игры, потому что в игре, когда ты умираешь, таймер не идет. Этот таймер идет всегда. Я примерно посчитал по игровому таймеру 3.29 прошло. Ну, просто чтобы ориентироваться примерно, сколько я на боссе сижу. Поехали. Ох, начинается. Я убавил, короче, цвета мониторе в 2 раза. То есть все оттенки цветов поставил на 50%. Посмотрим сейчас, как будет. Как пойдет. Будет резать глаза. Ну, это сейчас я глупо сделал. Привет, Фаспапе. Почему 3-то? Почему 3? Ну, один игровой таймер. И один, ну вот как бы вот этот вот дополнительный. Где ты третий-то увидел? Ну все, да? Нет, не все. Блин, я что-то забыл послушать, это говорят же из Стоха композиция. Я что-то забыл послушать оригинал. В принципе, самый сложный для меня красный, скорее всего. Я еще на том стерме это сказал. Привет, Гантриггер. Ну, Фаспапе, как объяснить? Ну, блин, я не могу думать сейчас. Я не могу сейчас думать. Серьезно. Казалось бы, зачем мозг на этом боссе, да? А мозг и не используется, используется внимание, а без внимания думать-то тоже сложно. Блин. Привет, Эльзорга. Ну, это старость, это игровой, по игровому таймеру. 43 там с чем-то, это по игровому таймеру, значит. И игровой таймер ты видишь в заголовок окна. А этот таймер, это просто как бы, ну, отдельный. То есть 2 таймера. А то просто статичная надпись. Что-то надо собраться. Что я опять делаю? Ух, сейчас смотрел, как Лудрак тренирует третью Камилку, самого босса Камилию. Конечно, это такое.
третья фаза просто... Я не знаю, как на ней можно вообще себя в руках держать. Ой-ой-ой, ну вот эта подстава сейчас была, ну блин, я растерялся. Ты между на этом боссе или на Камире? На Камире там шипа нету, а на этом боссе, да, такое бывает. Почему, кстати? Не очень понял, почему, кстати. Типа мне надо стримить Камилю 3, чтобы подписчиков это, себе набрать. А, они лечение потом оплатят? Я не думаю. Опять не рассчитал. Так, на самом деле у меня обычно всегда такая стрижка, то есть просто короткая, да? А это последние полгода, это как бы был, можно сказать, уникальный случай. А так на самом деле у меня такая всегда практически. И скорее всего опять так и будет. Просто раньше не видел мои стримы. Мне неприятно, когда длинные волосы. Можешь не умереть просто на этой фазе. Слишком тонко было, надо было слепо обходить. Ну, кстати, глаза вроде не режет. Сейчас глаза вроде не режет, да, видимо, это помогло. Ну, правда, настраивать монитор каждый раз, потому что в обычном-то режиме мне хочется все-таки нормальную, ну, контрастность, чтобы была. Но я думаю, просто как привыкнуть к боссу, можно уже будет не настраивать особо. Это сейчас пока так тяжело идет. И Супер Мид Боя? Нет. Привет, Стос. А, это шутка такая. Я вначале подумал, что это серьезно. Стирки?
силу стирки, ну окей, покер. Привет. Не, стирки, я понял. Сейчас постираю босса. Родина медбоя, ну да, сталько общего. Платформер. Ну, покеру явно не жалко. Как бы... Не люблю считать чужие деньги, но... Учитывая, сколько он пророку донатит постоянно... Наверное, не жалко. Почему за картинки в чатике? Может быть, это... Ну, как это сказать? Дань уважения стримеру, это же тоже, это же стримеру приятно, как бы, и морально, и материально. Тонко, ну, я не мог сообразить, что надо налево прыгать, налево. Ну, в смысле полно есть, Эльзорга? Нет, ты... Правильно мыслишь, что значит, ну полно есть, как бы. Ты думаешь, что он типа зажрался? Да не, я не думаю. Это не стример, тут там, где у которого 2000-3000 там зрителей, и которому там на мелкий донат он даже спасибо не говорит. Типа, чё отвлекаться? Да нет, обычный стример. Я думаю, вполне чувствует поддержку. Посмотреть, но денег, правда, на подписку у меня нету. Но я бы, в принципе, я бы, наверное, на Йо-Йо бы подписался бы, на самом деле. Еще, кроме Стинки. Но... Это такое. Я вон сам на клавиатуру собираю. А, еще раздавать деньги, но пока не готов. Блин, ну, вот оно, вот это из того, что фаза перешла, очень неловко получилось. Свой мир.
тебе так этот восьмой мир-то сдался? Всего лишь рейп больше. Ничего такого, уже 100 раз видел. Куда вот было уходить? Куда? Я не знаю. Привет, Михаил. Анозерн Эко, привет. Ну, скоро Новый год, Эльзорга. Там 300 с чем-то дней осталось, всё. Ну что вот это сейчас? Нет, Сильвер, не удалось. Привет, Клаустон. Я не очень, мне не удалось. Но было очень близко пару раз, но все-таки не удалось. Да, куда идти? Ой, непонятно, зажимают. Это какая фаза? А, это фиолетовая. Да. Жесть. Конечно, настроен сервер. Кластом, туда не берут, туда нужно, ну, попросить, чтобы приняли. Ну, то есть. Просто так никто не придет и не напишет. Типа, не хочешь его на бис. А так, когда пройду игру, ну, типа, предложу поучаствовать, как бы, да, Демпферку. Но, не знаю, возьмет, нет. Я же не по-английски стримлю. Ну как бы, Игенлаш, он все-таки без микрофона пока что. И пишет он по-английски часто, когда заходят там англоязычные зрители. А я только если ответить, ну, то есть, если что-то мне в чате напишет на английском, тогда я могу ответить, да. А так я все-таки по-русски говорю. И, ну, пока не собираюсь ничего менять. Поэтому... Не знаю насчет его написов. Если честно, я с Денферком почти никогда не пересекался в чатах там и так далее. Ну, именно чтобы, по крайней мере, общаться. С многими другими, да, а вот с ним как-то не сложилось. А, Клостоп, ты, это что, прошел вторую камелию или что? Солдон челлендж? Лол. Нет, ну подожди, ну в течение 3 дней я точно не, ну, не пройду, как бы. В течение 3 дней, как бы, точно не, ну, даже не постримлю, скорее всего. А. Ну, я нет, я подам заявку только тогда, когда я пройду игру, а даже не бусраж.
Хотя по условиям там вроде бы раньше, по крайней мере, было требование вообще одного даже босса из Бусраша достаточно. Но я пока именно Камелию не убью, пока Камелию не убью, я не буду Куда же я пошел? Ой, какая глупая смерть, опять. Такая глупая смерть. Привет, Акубот. Блин, вот просто пошел в яблоко, абсолютно не это. Нет, трех дней удаляй пророк. Ой, блин, почему сказал пророк? Покер. Тем более у меня челлендж за 100 дней пройти Камелию 2, так что в любом случае я не могу надолго отвлекаться. Как он меня задел? Что-то мне кажется, какой-то хитбокс у него не очень. Надо будет, конечно, потом посмотреть, но мне что-то кажется, что он прям был далеко от меня, странно. То есть я как бы прыгал не рандомно, а вполне думал, что я это яблоко размикрю, а почему-то не пошло. Странно. Сейчас наоборот, по-моему, я задел, а оно почему-то не убило. Ну, я как бы не против, но лучше бы всегда четко было. Как? Я просто не мог оттуда уйти. Просто не мог оттуда уйти. Darkest Dungeon, но я не играл, как бы не планирую, но удачи тебе. Три дня, чтобы принять челлендж. Я не принял его еще. Я потому что, ну, не уверен, что я хочу его принять. Я не хочу обещать пройти восьмой мир. А вдруг я его не могу пройти вообще? Я никому не обещал пройти рейп, да? Это как бы не значит, что я не буду пытаться, да? Но я никому не обещал. Если я приму челлендж, это значит, я обещаю. Ну, именно пройти как бы, да? Ладно, постримить я могу там пообещать. Но пройти именно восьмой мир, я не хочу обещать. Привет, First.
тут сейчас просто зажало, я не видел, куда мне уйти. Ну, что-то сейчас тоже такое было. Ну, тут, да, я слоупок не прочитал. Привет, Термин. Ну, такое. Ну, вообще, как бы, да, это сложная игра. Но мне лично нравится. Я первый раз прохожу. Ой-ой-ой-ой, вот это вот сейчас очень опасно было. С желтого на красную, я напоминаю, это самое жесткое. С желтого на красное. Это самое жесткое. Ух, вот это сейчас тоже неприятно было. Надо из угла выйти. Выйти из угла. Вроде смог. Шипик. Ух. Не пишите там Steam. Ой-ой-ой, это как сейчас близко-то было. Ну блин, кто там пишет? Ну я фиолетовую почти вынес. А в Steam нету, чтобы типа поставить статус там, ну, чтобы не это, только выключать? Просто не хочу Steam включать, я забываю потом его включать. А, ну то есть покер, в принципе, ок, то есть, ну, типа, я беру челлендж попробовать, да? И типа, если получается, ну, то, значит, получается. Если нет, то все, я опять никому ничего не должен. Биткоины твои тебе возвращаются, но я не обязан пройти рейп и не обещаю. Если так, то можно попробовать. Ну, я попросил не писать ничего, надеюсь, не будет писать. Как мне нравится, ну не знаю, довольно на самом деле забавно, потому что каждый раз, то есть это не знаешь, бывают какие-то игры, где боссы просто на заучивание, да, заучил и все, и потом ты можешь хоть закрытыми глазами проходить, а здесь все рандомное, и в итоге это довольно классно, то есть каждый раз ты считаешь, что как новый босс, ну утрирую, да, но как бы... Всякие интересные размикривания бывают смешные, там, типа, что, лол, как вообще там можно было выжить, и раз выжил, там, ну, всякие такие вещи, довольно прикольно. Привет, Фейсген. Фейсген, даже, по-моему, меня давно смотришь, у меня раньше всегда такая была. Да уже 100 раз Blackjack спрашивали, красная самая тяжелая. Переход с желтой на красную, это вообще самая жесть. Но желтая тоже очень неприятная.
Ну, покер. Я не могу обещать, понимаешь? Ну, то есть, скажем, допустим, я могу сейчас сказать, что я попытаюсь в воскресенье постримить рейп, да? А если не получится, какие-то будут дела будут. Знаешь, как бы меня могут куда-нибудь позвать и так далее. Ну, да, фейсген, я постригся, но как бы я имею в виду, что ну, вот в последнее время, ну, я так зарос, да, а вообще, как бы, раньше у меня всегда была короткая прическа, мне неприятно длинные волосы. И усы я тоже не сбриваю, только лишь по той простой причине, что у меня уже принцип, короче, я жду электробритву с Китая заказал. Я уже просто из принципа хочу ее дождаться и, ну, именно ей побриться, а не обычной, которая обычная. Просто уже принцип, потому что я ее жду уже 3 месяца. Лол. Красное все. Не будет переходов с желтой на красную. Ну куда? Офигеть. Спасибо. Ну, минус один. Привет, Индивис. Только что убил впервые одно орудие. Это было красное. Конечно, самый идеальный вариант это вынести в начале желтую. Ну хотя вот красная это тоже очень хорошо, что я вынес красную. Жаль. Жаль, конечно. Привет, Дмитрич. Смотри, красные пульки. Один поток пулек наводится на меня, а другие они так россыпью летят. То есть комбинированная атака. Да, индивискрету я убью. Пека-пека. На самом деле в течение месяца убью. Ну, в смысле, не января, а, ну ты понял. Ну, короче, видишь, там таймер сверху. И как бы на. Ну, короче, я думаю, что на таймере не будет больше. Надеюсь, не будет больше где-то 30 часов, когда босс на покой пойдет. Опять красная хочет умереть. Ну я думал проскочу. Но красная хотела опять. Сегодня добьем? Да что ж вы такие оптимисты-то? Ой, лол. Не, ну спасибо, что вы так верите, конечно, в меня, но... За 4 часа, по-моему, никто еще Destination не убивал. Ну, по крайней мере, из тех, кого я знаю. Один, правда, за 5 часов убил, но, по-моему, повезло, я не знаю. А может, просто мега-скилловый, я хз вообще. Нет, Термин, если что, короче, ты, наверное, не в курсе, у меня челлендж пройти за 100 дней. Underworld. Добро пожаловать, спасибо за подписку. Or hello and welcome. Че, 12, 42, 53, это ты думаешь, что столько мне понадобится на босса?
Ну, Блэк Джек, ты его знаешь, это Максим Нью 2001. Похоже, ну, возможно, ну, скорее всего, нарандомило, я не знаю. Но хотя нет, он до последней фазы доходил два раза. Чё, два раза нарандомило? Ну, такое. Хорошо, покер, хорошо. Я принимаю челлендж. Вот это самое плохое, вот как, вот вы видели, там вообще нереально было просто. Больше со восьмым миром, конечно. Ну, нет, ну в смысле как, наверное, не самый сложный, наверное, десятый, но, как бы, с первого по восьмой самый сложный и восьмой. Девятый изи, одиннадцатый изи. Ну, по сути, вот 8 и 10 это два мегафильтра. Еще четвертый фильтр и второй, но я их прошел. Нет, это девятый, про который ты говоришь. А восьмой это где Good Level Design, где экран весь из шипов состоит. Что сейчас сделал? Да, все же. Да, конечно, запись будет. Во-первых, Twitch, ну, сохраняет на 2 недели. Да, ты знаешь. А во-вторых, ну, я локально записываю. Ну, как бы я, если будет неудачная попытка, ну, то есть, если я не пройду, я выкладывать, ну, как бы не буду. Но с другой стороны, если ты прям специально попросишь, типа, выложи вот, да? Ну, я там, типа, выложу, не, ну, не публично. Ну, чтобы только по ссылке было доступно. Но если пройду, то выложу, ну, вырежу момент победный. Выложу. Ой, вообще вот растерялся. Она одна влево полетела, это так сбило сразу. А седьмой это где два подмира. Первый это... ну там еще музыка из DuckTales играет. А второй это где музыка из Metal Gear Solid. Такой синий. Там босс Мегамен. Который на рэпе, кстати, самый сложный босс в игре. Я его убил. Так что как бы, среди боссов я самого сложного босса убил. Но вот уровень пока...
Восьмой это все для меня. Я три раза доходил до последнего шипа. До последнего шипа. Ну, не считая пирамидки, но которая легкая. Но я имею в виду на good level дизайне, до последнего шипа доходил. Три раза на рейпе. Меня это дезморалило, я уже вот дропнул на какое-то время. Ну как бы, вроде бы и надо пройти, у нас же там больше батл с пророком. Но надо так превозмогать, просто надо превозмогать, чтобы опять это садиться. Опять очень плохо все было, но мог бы и не умирать. Да, рейп это сейф только в начале мира и перед боссом. Ну, в восьмом мире там еще есть, когда секретку берешь, там типа чуть-чуть дальше начала мира сейф. Но это не суть, как бы. Там самое сложное, это good level design. Ну, так что как бы, то есть там чуть-чуть дальше начала сейф как бы есть на рейпе на восьмом мире. Так что не садись. Я уже подписался, как бы. Не, ну как, я же говорю, я никому не обещал именно пройти, но вот, в принципе, сейчас челлендж взял, чтобы... Есть 11 дней, чтобы постримить. И если пройду, то у меня будет еще 500 биткоинов на клавиатуру. Если не постримлю или постримлю, но не пройду, то ничего. Не очень честное, конечно, условие, но... Что ж поделать. Потому что как бы, ну я имею в виду не очень честно в том смысле, что если я стримлю и не прохожу, то ничего, ну типа усилия-то я свои трачу на стримы, на игру. Ну, надо чем-то жертвовать, надо тем более все равно проходить так и так. Ну а как там было выжить, я не готов. Как опять? Ну зачем так умирать? Просто, ну почему такие... Ладно там, когда умираю на какой-то фазе, где-то меня зажимает, жуткий рандом. Но эта фаза вообще практически не рандомная, ну... Просто вот... в такие моменты... И даже... Как это сказать? Я вообще не понимаю, что я делаю. И... Где я нахожусь. Может это сон? Я же не могу так вафлить в реальности. Или могу, но тогда все плохо. Ну это ладно, вот это как бы такое сойдет, а она вылетела резко. Неважно. Зажала.
невозможно было. Привет, Акинлаш, я красную вынес. Красную вынес один раз. Но как-то случайно это произошло, очень быстро. Я даже не понял, как. Мне что, одни красные, что ли, упадали? Как-то она прям очень быстро слилась. Вначале как-то прям... Может, двойной урон шел, я не знаю. Ой, вот это сейчас было что такое. У меня все еще бывают очень-очень глупые смерти. Ну, то есть, вот прям, вот как, вот, например, ты сейчас видел, да? Но сейчас, ладно, это в начале было, фиг с ней. А бывает не в начале такие смерти. Типа просто прыгнул в яблочко или как-то там тупо пошел просто и... Ну, не знаю, ну, в общем, очень какие-то глупые. Если фиолетовая включится, она умрет, по-моему. Но она не включилась. Нет, изи это не очень, я считаю, для первого прохождения. Ни в Боше, ни тайм-машин. Ну, а по крайней мере в Боше точно. Если ты прошел, то потом, типа, побаловаться, типа, чтобы по-быстрому пройти, там, можно. Но, блин, для первого прохождения, ну, хз. Не, ну, как бы, в любом случае, тебе решать, ты можешь наплевать на мнение, там, и так далее, других людей. Просто играть, как тебе хочется. Какая разница? Выжил. Просто мне кажется, что изи, оно не закаляет. Опять неприятный переход. Да, ну вот куда? Я просто не знал. Это было сейчас неловко. Опять красная. Блин, красная опять почти отъехала. Да ну. Посмотрим, Игорь. Посмотрим. А ты за сколько я слил Destination именно вот в последний раз, когда вот ты перепроходил там? Несколько часов, да?
Если дошел до этой музыки, значит, надо тащить. Типа, возможно, скоро отъедет какое-нибудь орудие. Ну вот это желтое. Ну вот это желтое, она такая желтая. Блин, я желтую почти вынес. Мне кажется, если я вынесу желтую, это может быть победная вообще попытка, вообще победная. Но если я вынесу желтую и красную, и потом умру, то это, ну, вообще можно стрим дропать на этом. Пять часов с половиной ты проходил, хотя вот уже как бы не в первый раз даже. Нифига себе. Неужели он настолько, ну, как бы прям рандомно зависимый босс, что ты столько раз его проходил и 5 часов по игровому причем времени, которое меньше реального. Фиолетовая нестабильная, в общем-то, при переходе, а так уже более-менее стало нормально. Красная, вот, да, она такая, какая-то не очень. Но желтая это вообще как бы на удачу. Желтая вообще на удачу. Я пытаюсь читать издалека атаки, но просто это бывает очень тяжело. Ой, вот это опять... везет. Это сейчас что такое было? Вот что это сейчас такое было? Я бы сейчас мог умереть просто ни из-за чего. Красное все. И опять желтое. И опять желтое после красной, и я умираю на ней. Лол, два раза красную вынес. Почему именно красную? Hey, HP. Welcome to my channel. Thank you for follow. Блин. Что-то сейчас вообще не просто. Надо было двойной прыжок делать. Я задумался, неважно, не смотрите. Зажимает, блин. Какая строта на желтой яблоке? По-моему, мне кто-то говорил, что на желтой яблоке есть строта. Я не понимаю. What did it? It's first run. I wanna kill the Camille too. Destination boss.
Ой, это сейчас опять было как-то неловко. Еще вот я заметил, очень неприятный, как ни странно, переход с фиолетовой на фиолетовую. Потому что он перезапускает яблоки, которые веером летят. Он их перезапускает, и в итоге две рассинхронные волны идут. И это очень неприятно. Фу-фу. Это что сейчас такое было? Блин, ну надо было жить. You can clear piano. That's nice. Он, короче, ходит по всем стримам сегодня и это говорит. Ну, вот этот вот чел. Привет, пророк. Ну так, а что ты пробовал на красной волне плавно пробегать из одного конца? Ну, это так, ну, нельзя просто взять и бежать, понимаешь? Как бы там как на рандоме смотря. Короче, по идее, как бы норм страта это держаться у центра, но по ситуации, ну, естественно, отходить, так как, ну, нельзя все время у центра держаться, как, зависит от рандома. Ну, что это сейчас было? Ну, это ладно, что-то я не собрался. Что вот я сейчас тормозил? Зачем? О, не попал между яблок. Кстати, у меня вот вопрос такой. А если я, допустим, убью босса, да? И, ну, я там, типа, возьму портал обратно к босс-рашу, да? И случайно зайду, не сохранившись, зайду опять в портал. Но у меня не сохранится прогресс, да? А то я там стою прям вплотную к порталу. И как-то это неловко может оказаться. А, автосейв? Отлично.
А, да? А, то есть нельзя, как в Камере 3, да, повторно заходить? Ну я понял, полностью обезопасили. Тройная защита. Вот это забота. Ой, ну вот это была такая смерть, конечно. Ладно. Должен был от этого вернуться. Пытался уйти направо, как только мог, но там просто яблоки были, просто яблоки. Лол, ну, а я просто бежал, бежал, она летела, летела и никак. I know, it's a music on phase one. Мне кажется, хорошая острота на желтую фазу — это держаться подальше от шипа. Ну, хотя это сложно. Хотя хрен знает на самом деле. Ну просто типа если шип далеко от тебя, то ну как бы минус один фактор, от которого умереть. Да лол, три раза подряд желтая. Тем не менее, был шанс даже желтого убить. Ну как-то очень страшно желтое пока, конечно, убивает. Да в смысле я не убью босса? Ну... Ну в смысле? Если, говорит, не убью босса. А если убью? Привет, Тераван.
Опять красная хочет умереть. Два раза красного убил пророк. Стримов еще один, то что, да мы задолбали. Хрен вообще этот размикришь порой, вот такие переходы. Есть фиолетовый, больше нет. И как обычно после убийства у меня включается желтая фаза, на которой, ну, на которой я не умер, но обычно умирал. Куда? Ты что-то замешкался. Блэкджек, не играй во вторую Камилию. Зачем? Зачем ты это сейчас делаешь? Для чего? Ты это пройдешь? Я не знаю. Мне кажется, нужно чуть подольше в Айвана поиграть перед тем, как за это садиться. Привет, Лёха. Да, три раза сносил по одному орудию, два раза красное и один раз фиолетовое.
Привет, Зеро. Блин, прям впечатался. Привет, Тыркил. My current time 18 hours 46 minutes. Как я забыл, как это даже произносится слово, то минута лоу по-английски. Так хочется, если честно, разговор на английский прокачать. Ну, то есть в чате я, в принципе, уже нормально общаюсь на английском. Именно в чате, текстом. И на слух более-менее начал понимать. Но говорить очень тяжело. Очень тяжело говорить пока что. Но вы сами видите, слышите. То есть, в принципе, я могу объясниться с человеком на английском, наверное, но... Но такое. Он должен быть терпеливым. Я имею в виду именно голосом, опять же. Текстом вроде вообще уже не возникает особых проблем. Ну, если что, там, в принципе, Google под рукой есть. Это вообще как бы нормально. Опять фиолетовая хочет умереть. Не умерла. Ну, от одного удара умрет в следующий раз. Что это сейчас было? Мне кажется, скоро начну, короче, рестартить. Пока желтая не будет первой. Потому что желтая постоянно смерть. А все-таки желтая в итоге стала самой сложной. Да, я сломал в сумме, ну короче, в сумме я сломал две красные и одну фиолетовую. Ну то есть, три раза по одной. Он красную все время включает. Ну че я умер-то? Ну мог увидеть опять пушку. Бластер-мастер какой-то. Берет этот бластер свой. И убивает просто меня. Тупо заспамливает. Выносливость нужна. То есть, когда переключаются атаки, с какой-то степени это даже проще, видимо, тем, что он...
ну, как-то, знаете, ну, переключаешься немного, не застаиваешься на одном, а то очень долго не выдерживаешь на одной и той же атаке, типа, как-то выносливости не хватает. А когда переключается, то, как бы, не знаю, ну, сложно это объяснить, но мне кажется, при переключении как-то проще все-таки, чтобы она хоть иногда переключалась. Несмотря на то, что переходные фазы опасные, да? Ну как бы тут факторы дополняющие друг друга. Или наоборот, противоположные. Одно усложняет, другое упрощает. Когда начинаешь уставать, то вот эти синие уже тяжелее контролировать становятся. Вот это я заметил точно. Ой, шипик же там. Да, да, я думаю, за 25 часов, я думаю, должен пойти. Надеюсь на это, надеюсь. Блин, ну... Нисколько инсомния. Да, это не прическа, это просто стрижка. Прическа — это когда что-то специальное, а это просто короткие волосы и все. Я убил желтую. А-ха-ха. Такой пот был, увидели, как я микрил? Такой пот. Да, машинка, конечно. Ну, мне, короче, ни разу синюю еще не убивал, что странно, я на синей почти не умираю.
Рано фейспалмить, рано фейспалмить. Я на боссе, блин, 5 часов. Какие могут быть фейспалмы? Ну, то есть... Не, ну, в смысле, я понимаю, могут быть, когда глупая смерть, но я сейчас не скажу, что было бы глупая смерть. Была глупая смерть. Там красные летели довольно плотно. Ну... На самом деле, Сильвер, не обязательно, что прогресс может идти именно так. То есть, если я убью, например... То есть я могу за раз легко убить, по идее, там, синюю и фиолетовую, если только они будут выпадать, да? Я умираю в основном на красный и желтый. Я уже редко умираю на синий и фиолетовый, очень редко. Вроде бы, да? По крайней мере, мне так кажется. В основном это вот на красный умираю. Реджес обсервер. Чё там у тебя? С Шайной Брайаном. Шайной Брайт. Хай, Ич Фокс. Уже нравится? До третьего кубика доходил? Еще. Ну что, это шанс для синей, в принципе. Если он включится. На синий, говорит, не умираю. Ну, это переходная фаза, потому что... First run. It's first run. Game timer 68 hours. Oh, 48. Блин, что-то я отвлекся. Привет, Дворф. Спасибо. Обо что? Обо что я умер?
Как можно перепутать это со спидраном? Это похоже на спидран? Если сравнивать с Денферком, то это вообще ни на что не похоже. Но я что-то, ну... Вот это вот сейчас уже какая-то вафля была. Что? А, ну вот, то тогда да, тогда да. Ну хотя подожди, а с чего ты взял? А, подожди, ты же Вайваны... Не, подожди, ты Вайваны же вообще не играешь, да? Стою просто в углу. Best guy. I wanna be the best guy. Это... Гантрикер, а ты тут? Ну, короче, Дворф, это же последний экран. По-моему, перед боссом. Ну, по-моему, у тебя же спойлеров же нету. А что такое контригер? А что это? Ты Соник какого-то будешь проходить? Или что? Ну, я уведомляшку твою увидел сейчас. А, и кстати, я понял, почему я тогда пропустил уведомление о стриме. Знаешь почему? Потому что я Steam выключил перед стримом. Внезапно. А, ну, тогда понятно. Но это последний, это же перед боссом экран. Да ладно, найдем, закончил. Вроде он не самый сложный на втором уровне. По-моему, там экран ESUN сложнее был намного. Ну ты его прошел.
первый, второй, третий ништяк, но ты за стрим-то не пройдешь, если ты раньше не играл. Даже первого. Думаю, даже первого не пройдешь. Ну, естественно, если ты не будешь свой стейт использовать. Блин, ну второй Sonic это, наверное, одна, буквально, наверное, самая моя любимая игра на Sega. Наверное, прям вот самая. Я его и без смертей проходил, и все дыры поизлазил, до дыр затер, так сказать. Вообще просто, еще с детства, то есть картридж у меня есть, и на эмуляторе уже много наиграл. Естественно, там Super Sonic, там на первом уровне еще собирал. Ну, короче, такая для меня это игра, игра игр просто. Ну понятно, двор. Я тебе знаю, что предлагаю, Гантригер? Такой интересный челлендж. Смотри, ну ты же знаешь, да, наверное, что третья часть изначально разрабатывалась как, ну, то есть полная версия с 14 уровнями, а потом ее как бы по разным причинам там разделили на две игры, Sonic 3 и Sonic & Knuckles. Но имеется и полный ROM, полной игры, то есть как она изначально планировалась. И если в этой полной версии играть за Тейлза и собрать 14 изумрудов Хаоса, все 14, то ты будешь играть за Супер Тейлза, единственный Соник, ну по крайней мере на Sega Genesis, где есть Супер Тейлз. И он просто, он имба, просто вообще не контрится никак. Ничем, просто ничем. Тебе на боссах не нужно делать абсолютно ничего. Абсолютно, просто ты стоишь и зеваешь. Насчет сборника, у меня второй Соньки никогда не было. Но эмулятор есть, как бы, да, но это такое. Я почти что там не играл ни во что. Только 10-ю финалку прошел. Так вот, и, соответственно, тебе челлендж предлагаю, Гантригер, именно, ну, пройти за Тейлза, собрав все 14 изумрудов. Можно тренить там со сейф-стейтами, как угодно. Плюс там же есть такая штука, типа там, по сути, ты можешь... Даже после гейм-овера ты можешь выбирать уровень все равно, так, из которых ты прошел. А чё ажиотаж? Ажиотаж, если бы я мог пройти за 5 часов, а так, ну, 5 часов и шо. Пройди Zero, пройди оригиналы, что-то. Блин, ну вы поняли, в глаза ударило. Я просто эти яблочки не видел, ну вообще, в прямом смысле. Да, смотри, там в этом и была фишка, Гантригер. То есть ты покупаешь рецензионный, ну понятно, да, рецензионный картридж Sonic & Knuckles, и у него сверху крышечка откидывается, и ты туда можешь ставить картридж Sonic 1, Sonic 2 или Sonic 3. Если ты вставляешь картридж Sonic 1, то запускается игра Sonic 1 и Knuckles. То есть ты можешь пройти первого Соника за Knuckles'а. Если ты вставляешь Sonic 2, то ты можешь пройти Sonic 2 за Knuckles'а. А если ты вставляешь Sonic 3...
то у тебя как раз-таки открывается полная версия игры Sonic 3 и Knuckles. То есть вот это вот с 14 уровнями или сколько там. Ну ты понял, вот это огромная, которая вообще, то есть я ее за 3 часа, вот помню, на стрим прошел, хотя, как ты понимаешь, это был уже не first run, то есть... Ну такое, то есть это нормально, такая огромная игра, просто огромная. Но на самом деле это прикольно, довольно весело. Ну, учитывая, что геймплей такой взрывной у Соника, все быстро, классно, ничего не топорно. Ну, правда, баги бывают, типа там в стену застрял, ждешь таймовера. Ну, это такое редко, в принципе, более или менее. Ну это если что, баги бывают в любой версии, не только в полной, это просто движок багованный у Соника. Особенно у второго Соника вообще такой багованный движок. Просто удаляй. Особенно когда ты Супер Соником управляешь, это просто там баг на баге. Можно запороть игру просто очень просто. То есть там есть один, например, стабильный баг. Например, вот в конце первого акта каждой зоны, да, у тебя такой чекпоинт, ну, типа, в конце крутится, да. Если ты его задеваешь, то, как бы, запускается скрипт, что ты прошел уровень, да. После этого тебе дается, там, 2 секунды примерно, ты можешь просто свободно управлять Соником, ну, или игроком, да. А потом он автоматически бежит направо. Уже ты не можешь управлять. Так вот, если ты бежишь суперсоником, у тебя больше 50 колец, а там нужно 50 колец, чтобы превратиться в суперсоника, если ты собрал изумруды, да? То в итоге ты бежишь и в прыжке задеваешь вот эту штуку, и в итоге ты теряешь управление, потому что скрипт срабатывает, но при этом ты, как бы, когда задеваешь эту штуку, ты превращаешься в обычного Соника. Но так как ты в прыжке, ты снова превращаешься в суперсоника, и он зависает в воздухе. И в итоге скрипт зависает, и все, ты ничего не можешь делать. Вообще ничего, только перезагружать приставку. И время не идет. Самое главное, счетчик времени останавливается, то есть таймовера тоже не будет. И это просто абсолютно стабильный баг, ты это можешь делать в любой момент. Очень просто, случайно вообще. Да там это не как Adventure Island, это легче намного, забей, это намного легче. Вон Фабино прошел. Правда, он не за Тейлза, но за Тейлза может быть даже легче. А так Индивидс, там можно тоже следовать. В Сонике секреток немало, немало секреток в Сонике. Я бы сказал, даже много. Ну, короче, Соники классная тема. Я постараюсь тоже на стрим попасть. Буду сидеть троллить. Пека. Но Соник 2 довольно простой. То есть, в общем-то, чтобы пройти его без смертей, мне не потребовалось особо ничего. Ну, то есть, просто много раз я его проходил, понятно, еще с детства, да? Но специально я не затренил какой-то момент там, да, какой-то каждый уровень. Единственное, что там... ну, ладно, наверное, я забыл. Ты вроде вообще, да, не видел эту игру? Тогда я не буду спойлерить ничего. Ну, короче, есть единственный такой момент, который может вызвать, как бы, трудности для прохождения без смертей. Вот. Ну, и даже со смертями, на самом деле. Ну, очевидно, что это в конце игры, да? Но не будем дальше споделить, короче, тогда, раз уж ты не видел. Прикольно, блин, First Run Соника. Удивительное зрелище. Ну, типа, ты, говоришь, поигрывал чуть-чуть, но ты там не до конца, да?
Что-то можете глянуть, что он там скинул? Я не понял. Свое прохождение пианино, что ли? Sorry, I do not open YouTube links on stream. А, в смысле в реальности играю, я понял. Insomnia, of course, souls. In North Korea, internet not available. Worldwide, I mean. Only local. А там не видно? На этом видео, на вид сколько лет. Потому что что-то, блин, ведет себя как школьник, честно говоря. Потому что я уже говорю, вот сегодня сколько стримы не смотрел, он везде спамит. Ну как спамит? Ну вот пишет какую-то, пишет свои сообщения. Вот это пианино. Далее. Имя свое. Ну, я как бы не против. Ну, то есть, как бы, пусть пишет, да. Но просто такое поведение, мне кажется, типичное. Вообще не знал, куда уйти. Что? Инсомния? Забыл про шип. Тьфу ты, блин. Ну, то есть, ну то есть все-таки там не 12 лет, да? Ну ясно. А, ну ясно. Там типа даже лицо видно, что ли? А, есть Real TV, как бы. Ну, наш, это наш портал. Ну, Real TV, это вот, ну, российский проект от Кибергейма. А вообще, как бы, вообще-то реал, не игровой контент можно стримить на YouTube. Тебе нужно выставить либо креатив, либо Game Talking Show. Ну, в основном креатив. Если это вообще к играм никак не относится, то это креатив ставишь. И, как бы, это разрешено абсолютно, то есть... Лишь бы контент был твой, то есть кино там нельзя, понятно, да? То, что защищено авторскими правами.
Ну вот, а как бы если это твой контент, там, не знаю, типа, вот я гуляю по Парижу, там, да, и вот смотрите, да, то есть такое можно на Twitch, пожалуйста. Ставишь креатив там или еще что-то. Новый вирус бот. Может быть, гантрикер. Первое, максимский, первое. Второе, это японский сайт. А первое, это чисто корейский сайт. И там только корейский язык поддерживается на этом сайте. То есть это чисто их, как Good Game, да, у нас. А у них вот этот вот, Африка ТВ. А Нико Видео, это Япония. Кстати, вот сейчас что-то у меня такой вопрос возник. А на GoodGame.ru есть английский язык сайта? Или там только русский? Просто мне, например, вот было интересно бы посмотреть вот этот корейский какие-нибудь стримы, мало ли там что интересно, там Айваня стримит и прочее, да? Но, блин, очень сложно как бы ориентироваться тупо на этом сайте, как бы, да? Ну, даже английского нету языка. Просто везде иероглифы. А, ты написал азиата? Извини, ну тогда ты прав. Но я имел в виду именно конкретно корейцы, японцы. Ну просто, знаешь, это как сказать, не знаю, европейцы стримят там на Twitch и на Good Game в основном. Понимаешь, что они для нас там похожи все, да, но все-таки это разные народы совершенно, с разным языком и разной культурой даже. Я замешкался. Проверял на днях, где там английский включается. Нету там английского. Ну, либо я не нашел, но я что-то не... Не знаю, я не нашел, искал. Вот на днях буквально. Никого не проверял. Я именно это этот. Кстати, про рестримы, походу, они вообще не слышали. То
То есть я так понимаю, с этих сервисов нету ли стрима на Twitch, например? Я что-то забылся, надо же босса убивать. Я сейчас вообще сидел, был занят другими мыслями, я босса вообще не убивал. Я много, да, насливал жизни на первых же фазах. Я не следил за игрой, к сожалению, потому что разговаривал, сидел. Я, блин, вроде жал прыжок и что-то промахнулся по кнопке, что ли. Ну, ген, смотри, хороший, но обычно, смотри, как бы, обычно считается, что мультиэмулятор, то есть, который эмулирует сразу несколько платформ, типа, это хреновая идея, да? То есть, лучше использовать, типа, отдельный эмулятор для каждой платформы. Но на практике я уже давно пользуюсь эмулятором Midnuffin, который поддерживает NES, Sega, Sony PlayStation 1, Game Boy, еще там всякое Master System и каких-то еще платформ, там Atari, да. И ты знаешь, проблем практически не возникает. Все игры идут нормально, удобно все, в принципе, играть. И плюс он поддерживает сетевую игру с сетевыми сейф-стейтами. Ну, для чего? То есть не для читерства это нужно, а для того, чтобы ты играешь с кем-то вдвоем по сети, у одного из вас вылетел интернет или просто соединение разорвалось. Он просто переподключается к серверу и все нормально. С этого же момента продолжаешь играть. Это единственный такой эмулятор. Ну вот, и, ну как бы вполне нормально. Единственное, что он немножко специфичен в настройке. Ну так, ну, один раз просто научиться, но в целом фигня. Он просто для Unix описался. Вот как. Да, название могу написать, конечно. Могу даже скинуть, в принципе. Там, смотри, то есть на официальном сайте Midnuffin ты скачаешь только сам эмулятор, у него, ну, этот, только через командную строку работает. А отдельно еще можешь найти через Google
Миднафе, без N в конце. Это чисто GUI, ну, то есть интерфейс. Но он не обязателен, ты можешь через командную строку все сделать, но если хочешь разбираться. Но если не хочешь, то интерфейс можешь скачать. Ну, это такое не подружился. Надо лучше стараться. Ну, серьезно, старые версии там были зависимы от некоторых библиотек. Сейчас уже в новых такой нет проблемы. Может быть, у тебя старая была версия. Но сейчас, ну, я не знаю, не должно быть никаких объективных причин, чтобы не работал. У него зависимости сейчас вообще, по-моему, нет никаких. У него все библиотеки идут с собой. И, естественно, скачивай под свою разрядность. То есть, если у тебя винда... Блин. Если у тебя винда x64, то понятно, что эмулятор качает x64, да? Это, ну, очевидно. Ну, просто на всякий случай говорю. Просто вдруг там не заметишь и все такое. Блин, прям на шип. Прям на шип. Я что-то все перестал микрить. 2 часа всего стрим идет, я перестал микрить. Вот босс так босс. Выматывает. На самом деле, я не чувствую, что прям вот именно какую-то, знаете, сильную усталость. Вот как когда шипы там микришь там, да, подолгу. Уровни какие-то. Но глаза вот устали, да. Глаза все равно устали. Хотя обычно не устают. Ну понятно почему, да? Сам босс такой. Ну и все как бы. Это все, что ты пробовала. А типа понять, почему виснет там. И так далее. Не бойся, он скидывался своим конфигом, который ты не удалила. И этот конфиг не подходит, например. Такой рассматривали вариант? Какая глупая смерть. Ну, вы видели, тут я не знал просто, куда идти, это как бы хз вообще. Ко мне никаких претензий. Ну вот это, ой, ну что такое-то? Просто развернулся в яблоко.
вперед. Вот это сейчас было очень опасненько. Трехфреймовый прыжок. Походу. Или просто издалека прыгнул. Ну, короче, блин, опять глупейшее просто. Действительно, подумай хорошо. Я просто был уверен в своих силах. И я сейчас уверен, что я это пройду. Я долго не начинал играть в Камелию 2, потому что я знал про вот это. Я именно знал про вот это. И я не садился в это играть. Плюс я знал, что тут сложные шипы, которые я уже прошел сейчас, да? И я раньше не был к этому готов. Когда я понял, что я к этому готов, только тогда я приступил. Если ты чувствуешь, что для тебя это слишком, не надо, потом, может, когда-нибудь ты сядешь. Хеза вообще на желто ни хрена страты нет. На желто нет страты. Просто бегай, умирай. Бегай, убивай. Ну вот это сейчас опять вафля была. Я думал проскочу. Зачем так думать? Не надо так думать. Я без всяких успокоительных, в принципе, играю, но
Мне кажется, с успокоительным тебе реакции не хватит. Здесь наоборот нужно, ну, чтобы как бы обостренное было чувство реакции. А успокоительное ты же вафли будешь. О, и что? Ну, в Питере просто 3 яблока полетело. А вот проголосовали бы за Кримсона, у нас бы уже минус один босс был бы. Я уверен. Может быть, даже прям на том же стриме, как я дошел до босс-раша. Хватит реакции что-нибудь сломать? Ну... Ок. Хотя я вроде еще ничего не сломал за время всех стримов. Ну, бросил телефончик один раз. Ну, он же на мягкое приземлился. Меньше удовольствия? Ну, вкусы обсервера весьма специфичны, это давно известно. Нет, в том... Тоже так любил делать. В том-то и дело, Гантриггер. Это самый сложный босс был страшный, но за него проголосовалочка проголосовала. Остальные проще. Они не легкие, но они проще, чем это. Хотя один там легкий точно, Кримсон. Ну, для меня. Конечно же, так-то все боссы сложные. Но для меня, я думаю, Кримсон вообще не будет проблемой. Но не будет он для меня проблемой. Чё бы там и Генлаш не говорил, что типа, да нет, это сложный босс. Но для меня, я не думаю, что он будет проблемой. Я думаю, я за стрим его завалю. Ну, такой стрим, может быть, часа 3, 4, 5, но за стрим. Может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, нет. Посмотрим, когда убью Destination и когда голосовалочка попадет на него. Да, это где колобки? Да, там еще Сол Грин. С очень сложным АВ-дэнсом. Но в целом босс Сол Грин все равно такой. Ну, ты видишь, я его убил за несколько стримов.
за сколько, за 3, да, или за 4 стрима. Но тут, ну, как бы, опять же, возможно, опыт в целом игровой сказался. Вайваны плюс Салгрина оригинала. Так что... Да, я все, Гиллаж, я все. По-моему, надо заканчивать. Это уже, не, по-моему, не собраться. Уже вряд ли я соберусь, у меня такое чувство. Скорее всего, надо заканчивать. Ну. Давай, пророк. Подумай тогда над уровнями и механиками. Я говорил, в этом проекте я хочу быть чисто кодером практически. Ну понятно, что как бы можно чем-нибудь обсудить там, да? Ну, вот, но я не хочу быть именно разработчиком. Потому что я изначально это брался чисто как реализовать. А идея была Тора, но как видишь, Тор сейчас не может, да? Поэтому... По-моему, мне выпадали только фиолетовое и только красное. Ну, пророк. Вот Гиллаж и собрался. Это какой же... так, я два раза сносил фиолетовую, два раза красную, один раз желтую. Значит, это пять раз я... Я пять раз, значит, первое орудие снес. Одно, в смысле. Било бы сильно по глазам двор. Когда вот желтые на красном фоне или на синем, это удаляй, просто удаляй. Это такая жесть. Причем не только то, что атака неприятная, но для глаз именно. Плюс еще и атака неприятная, именно переходная. Вот за этими синими я вообще не могу уже следить, я устал слишком.
пришел снимать новое видео с роялем. Ладно, не буду, наверное, толком больше мучиться. Сейчас чуть-чуть еще и... И поехали. Когда вот 6 часов, наверное, на таймере будет. Типа того. Ну я потом пересчет таймера сделаю, с учетом... Я именно хочу по игровому времени считать. А на геймовере таймер не идет игровой. Рейму? Вот Рейму. А, The Smile? Yes. Рейму Хакурей. It's from other service, not from Twitch. Красная сейчас отъехать должна. В теории. Отъехала. Но не умирает она синий. Ну блин. Я не могу их читать больше. Просто глазам пипец пот сейчас. Второй раз за все время музыка зациклилась. Ай, да ладно. Да ладно, сейчас было бы две. Сейчас было бы две. Ну, вроде бы не все так плохо, да? Блин, на фиолетовый умер, серьезно. Я на фиолетовый умер, и не при переходе фазы, а в глуби фазы. Как? Просто как? It's from sc2tv.ru. That my channel on that service. Короче, хэза, я не знаю, понял, нет. Мне что-то лень думать на английском. Сейчас такое ощущение, что опять нормально вижу синие. Ну, я думаю, что это, в принципе, рекорд по урону, наверное, был. Да. Но по пушкам, как бы... Ну, это примерно такое уже было. По времени, именно по времени, да? Сколько я находился на боссе, это был примерно повторение рекорда. То есть, как бы, музыка зациклилась, да?
Такое один раз уже было. То есть, по сути же, как уже говорил, количество убитых орудий не говорит ни о чем почти. Потому что ты можешь убить орудие сразу одно, потом второе, потому что они выпадали друг за другом, да? А могут выпадать все время разные, и в итоге ты всем снесешь по там 70%, да, но ни одно не убьешь. Ну, но при этом как бы суммарный урон будет почти как на 3 орудия, там, или даже на 3 ровно, ну, больше, чем на 3. Я до сих пор не понимаю, как я умер там на фиолетовой. Неужели волнение? Просто как я умер там на фиолетовой? Я же прыгнул и не нашиб. Оно должно было среагировать, и все было бы хорошо. А как так получилось? То ли там оно была смена фазы, ну, с фиолетовой на фиолетовую, и оно полетело по-другому, то ли что, не знаю, даже прям хочется, если честно, хайлайт посмотреть. Точнее, ну запись, вы поняли. Я что, так рано начал стрим, да? Время только 8. А я уже дофига стримлю. Ну, для этого босса это дофига. 2,5 часа. А, ну да, я 17:30 начал, лол. Как так вышло? Так, я 6 раз, да, снес, значит, по одному оружию. И ни разу синюю не снес, лол. Почему? Моя любимая желтая фаза. Классно. Ой, яблочки со всех сторон летят. В кучку прям ко мне. Ой, еще раз желтая фаза. Отлично. Всегда рад умекрить желтую фазу. Что? Давно не было синий. Ой-ой-ой-ой-ой, опять вот эта ситуация, по-моему, была. На этот раз я выжил. Ну, нормальная попытка. На самом деле эти попытки все нормальные. Вот уже когда эта музыка начинается, да, то это как бы уже, значит, хорошая попытка в любом случае.
Ой, давайте глянем, что там, кто стримит хоть на Твиче там. Захостим. Хост — это часть стриминга. Это хорошая вещь, на самом деле. Кто стример, практикуйте чаще. Всегда приятно, когда тебя хостят в итоге, ну, то есть надо друг друга хостить. Это классно. Пошла игра, давай убивай. Вон там у Саднепа какой-то авейденс опять дикий. Он любит авейденсы всякие жуткие. В общем, давайте тогда все. На этом стрим заканчивается. Джокер, я 6 раз снес по одному орудию. Один раз мне не хватило одного выстрела, чтобы снести два орудия. Но все-таки это было одно, по факту. Все, всем удачи, спасибо, что смотрели. Прогресс есть. Будем пытаться дальше.